Станислава. Пришли купить детям кое-что, если мы найдем его здесь. Ну, сейчас давай повыбираем. Повыбираем. Я про макаку забыл. Пойдем туда, на А, ничего почем. Ну, там, может, надо спросить, что они хотят. Ну да, самокат прикольный. Либо такой вариант. Как думаете? Лисава? Но. Либо мини-ролики вот такие, на пятках кататься. Или самокат. Я даже не знаю. Эти ролики какие-то странные. Ну, такие специальные. Мне нужны ролики по росту. 22 размер. Самокат. Почему? Потому что на пятках сложно кататься. Лучше, когда подрасту маленько, вот такие вот. Девушка убежала маленько. Короче, всем взяли. Ну все. Пойдем. Мы вышли из спортмастера и теперь открываем наши двери. Купили всем самокаты. Ей! Привет, весна. Весна, ты вдохновляешь покупки. Сейчас папа всем соберет. Начнется веселье. Вау! Самокатная вечеринка. Даже Сияна выпросила самокат. Дает. Даже Сияна выпросила самокат. Дает. Сейчас погоним. Самокатная вечеринка! Деловая девочка. Юные экстремалы сделали. Девочке 2 годика. Ладно, 2,5. Давай, катись ко мне, катись. Кто самокат выпросил? Вот и катайся. Мистер Виктор с нами. Джуниор. Конечно же, Велислава. И, конечно же, гимнастика и растяжка. Все в сборе. И папа, и мама за кадром все время. И голуби тоже, и голуби. И чистое голубое небо. Пришло время... Кофе-брейк. Ну, они пьют типа какао. Ну, типа какао, да. Это какао. А мы это кофе пьем. Все по кофе. Лучшего бариста виски в Алтае, да? Да. Не знаю, забыли спросить, как зовут. Мистер Икс. На площади. Привет, бариста. Ну, бодрый день. Мы пришли поесть. Конечно же, гамбургер.
Я на хлеб чем? С кетчупом. Фигурное катание на самокате от Переславы. Ты сначала разгонись. Разъехаться, им нужен срочно гаишник. Ой!